Левобережный дворец культуры металлургов отметил 80-летие. Первая творческая площадка Магнитогорска на своей сцене собрала выпускников и тех, кто только начал заниматься художественной самодеятельностью. На юбилее культурного цеха комбината побывала и наша съемочная группа. Десятилетие дворца – личный праздник каждого из нескольких десятков тысяч магнитогорцев. Много лет назад, прозванный культурным цехом комбината, ЛДКМ – это мозаика творческих судеб, которые зарождались в этих стенах. Многие люди, которые здесь занимались, которые посещают этот дворец, отмечают именно уютную, именно теплую атмосферу. Они его считают, и металлурги его считают таким домашним дворцом. Его двери практически никогда не закрываются. Дворец работает с 6 утра. Здесь поют, танцуют, обучают цирковому и театральному искусству, занимаются ранним развитием малышей. Переступив порог однажды, многие остаются надолго. Я пришла сюда впервые с классом, и мне очень понравилось, как-то девочки выступают, поют. Я тоже захотела попробовать себя в этой отрасли. И получилось. Я очень довольна. Тут все так дружелюбные, приятные, такие добрые, очень общительные. Мне понравилось, и теперь вот 8 лет уже занимаюсь. Левобережный дворец культуры металлургов – центр притяжения не только детей и подростков, но и состоявшихся людей. Художественная самодеятельность для них – отдушина. Рифеями дворца соседствуют и юные таланты. Пока одни уже без волнения выходят на сцену, другие продолжают тренироваться. Им всего 4 года, а их уже ждет зритель. Дворец – первая творческая площадка «Магнитки». Здесь всегда есть повод для праздника, и коллектив умеет его создавать, как никто другой. В начале учебного года мы посетили концерт, который, ну, видимо, в начале года делается. Мы были впечатлены тем, какого уровня здесь устраиваются мероприятия, какие танцы, песни, то есть руководители. В день рождения поздравили всех, кто делает этот дом уютным и наполненным. Творческие коллективы собрали овации, а те, кто остаются за сценой, получили почетные грамоты и благодарственные письма. Очередной рубеж позади, а большая семья дворца продолжает расти и развивать свои добрые традиции. Ксения Перчаткина, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН.